Помогут перезимовать. Одесские бюджетники получат деньги на оплату тепла. 16 тысяч работников бюджетной сферы, а это учителя, медработники, коммунальщики и чиновники, будут получать доплату ежемесячно. По нынешним тарифам 400 гривен хватит на обогрев 13 квадратных метров жилой площади. Абсолютно все работники бюджетной сферы, включая наших педагогов, получат по 400 гривен в месяц на компенсацию оплаты за отопление. Эти средства будут направлены целевым образом на погашение долгов, либо оплату, у кого их нет, за наше тепло, которое мы получаем в домах.